Дагестанские бойцы, представители Дербентского спортивного клуба «Чемпион», выиграли полуфинальные бои ММА в организации «Беллатор». Поединки прошли в американском городе Шарлотт. Магомед Расул Хасбулаев в полулегком весе четвертьфинала Гран-при победил бразильца Фабрисио Геррейра на второй минуте второго раунда. В полуфинале он встретится с другим бразильцем Марлоном Сандро. В среднем весе Султан Алиев одолел датчанина Микеля Парло. Следующим соперником Алиева в полуфинале станет американец Доуг Маршалл.